Увеличение мощностей, техническое перевооружение, расширение штата. От завода «Искра» разгорится новое пламя. Ему не страшны западные ограничения и санкции. Здесь производят элементарную базу для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи. С декабря прошлого года открыт новый участок механической сборки. Сейчас он работает в полную силу. Закупили новейшее оборудование, как вот видно. Новейшие станки, трех-, пятиосевые. То есть, ну... Очень хорошие станки приобрели. За счет этого увеличилась производительность труда. Ну, многократно, можно сказать. Расширили и коллектив. Плюс 60 новых сотрудников. Часть пришла сразу после университета. Для них на заводе проводят курсы повышения квалификации. Практикуются сразу на месте, у станков. Всего с открытием нового участка появилось 200 свободных рабочих мест. Проблемы были с набором кадров, набрать три смены. С помощью мотивации и увеличения заработной платы мы набрали практически полный состав, три смены рабочих персонала. За последние годы заработная плата на производстве увеличилась на треть. Завод посетил глава региона. С его слов, есть отличная база для дальнейшего роста. Ульяновская область должна твердо стоять на ногах. Алексей Русских поднял вопрос о возможности участия наших предприятий радиоэлектронной промышленности в создании спецтехнопарка. Он расположится на территории региона. Сейчас область формирует заявку в Минпромторг России. Александра Никитина, УПРАВДА ТВ.